Привет, амигос, напоминаю, мы находимся на базе подземки, если кто, с Брюсом Уиллисом. А если кто не досмотрел последнюю серию до конца, или тут пропустил, или ему вообще насрать. Так, значит, что я тут делаю-то? Я хочу, не пора ли Валентину дать уже свой сраный личностный квест, чтобы я мог променять его на Брюса Уиллиса и пойти проходить эту игру с Брюсом? Давай поговорим. Так, ты расстроен? Что стряслось? Вот, можно самому спросить. Синт просто не хочет давать личностный квест. Мы не совсем в равных условиях, конечно. Ты бессмертный робот, а я уязвимый человек из плоти и мяса. Если нас ранят, моя рана будет больше. Узнать про тебя спрашивай. Кто же ты, твою мать? Нет, мне насрать на тебя. Прикид детектива? Какого хуя ты не снимаешь свой сраный плащ и не одеваешь костюм серебряного плаща, как я и хотел, ублюдок? Такого варианта, к сожалению, нет. Да кто ты нахрен такой? Да, все синты как синты. А мой уникальный. I get tune-ups now instead of check-ups. My memories, my personality, they're all lifted from some cop who volunteered for an experiment. О, воспоминания копа. Сюжет из Робокопа, ёпта. Сейчас мы походу пойдем, пройдем квест и найдем броню, блин, этого Робокопа для Синта Валентина. В принципе, его нижняя челюсть даже похожа на Алекса Мерфи. Wait, the original Nick was from my time? Sure was. Из моего времени? Ну да, есть такая... Ой, блядь, а помнишь, как Зенит, да Спартак, да, блядь, футбол, хуяк, а Бакс, ты помнишь, как боксировал Тайсон? О, как боксировал Майк, ёпта. А помнишь, блядь, эти смартфоны были? А помнишь интернет? Заходишь, тёлки голые, все смотришь там, дергаешь там свой болтик. Понятно же, главному герою просто не с кем об этом поговорить, а тут уникальная возможность, ободранный синт из того же времени. Первый пацаненок, его звали Джим, Джим Керри. Он целый час меня расспрашивал, рассматривал, трогал мои кибернетические яйца. Потом до народа дошло, что я не собираюсь никого бить. И все. И толпа заглушила факела и убрала виллы. Я понял, что ты всем до обосрачки благодарен. А личностный квест твой будет, это, видимо, узнать, кто же ты был, мать твою, так... О, посетим этот город? Это, видимо, и есть. Where's that town? We should go visit. I tried to go back and say thanks once I'd gotten myself established, but the place was wiped off the map. Raiders. Don't know what happened to the people. В принципе, этот синт, знаете, на кого похож? На Клинта Иствуда, на старого. Добро побеждает добро. Это что, блядь, за фраза такая? Бухло побеждает добро, зло, бабло и печень. If you're good to people, they'll be good back. That's something I've always believed. Couldn't agree more. Well, I expect you're about to... Если ты делаешь людям добро, они тебе обязательно сделают говно, как только ты отвернешься. Вот. Вот это надо знать. А не то, что добро порождает добро. И так, ублюдок тупорылый, ты мне нихуя не дал свой сраный квест. Ник, ты заебал. Ты можешь мне, блять, уже... Это... Чем можешь служить? Сядь на задние лапки, блядь, заебанец. Just wanted to check in. See how you feel things are going. О, что, его тыкнуть well, можно, что ли? Your thoughts? You got a real do-gooder streak. That's rarer than it ought to be. Этот Стёп меня заёб, но я могу лишь только Стёп, сука. Слушай, сука, слушай сюда, Брюс Уиллис. А, я думаю, что...
нельзя идти доделывать этот квест до конца, потому что его нужно идти сделать с диаконом. Диакон за это мне плюс в карму даст нереальный. А что же, блядь, надо сделать для того, чтобы ебучий Ник Валентайн дал свой обоссанный, сука, обосранный, блядь, всеми нахуй квест? Я, блядь, прям не знаю. Наверное, сделать какое-нибудь разное задание. Забрать у Проктора Квинлана технично не это. Зачистить склады в добрососедстве, блядь. Вот, возможно, надо выполнить побочных квестов пачку, да? И тогда... Это что за... Обойдется нахуй. И тогда, ну, как бы... Нужно как бы путешествовать со спутником, да? Этому мы научились из чего? Этому мы научились из... Блять, я из Dragon Age, не знаю откуда вы. То есть путешествуешь со спутником, угождаешь ему всячески, повышаешь свою, бля, репутацию в его обоссанных глазах. Становишься для него авторитетом, там есть любовные линии, но с Синтом это вряд ли. И в итоге он тебе доверяет, создает тебе личностный квест. То есть, если Ник Валентайн не дает тебе личностный квест, значит, ты с ним мало путешествуешь и мало принимаешь решений тех, которые бы понравились ему. Ему не нравится, когда ты торгуешься, ему не нравится, когда ты... Хуй его знает, что ему не нравится. Ему, блядь, ничего не нравится. Ему все насрать. Это же робот. Это все равно, что взять в пачку вот этого мистера Дворецкого, блядь, который ты там 300 лет ждал. И какой? 800 лет он тебя ждал, а ты его... Нет, 200 лет он тебя ждал, а ты его променял на первую попавшуюся собаку. Но у него... Сомневаюсь, что у мистера помощника есть какой-то личностный квест, такой же, как у собаки. Собака... Ну, может быть, у нее мог бы быть квест найти хозяина, да? Но хозяина... Она вот там у миньетменов... поверняла хвостом около какой-то бабуськи, но бабуську ее даже не погладила. Поэтому, скорее всего, что личного квеста у собаки нет. Тоже мне хуй его Лесси, блять. И мистер помощник отпадает. И, ну, в комментах пишет, что у Синта вообще есть личный квест, но он, сука, его, видать, держит в тайне до последнего. Наверное, у него личностный квест — это найти Сару Коннор, блять. Или, я не знаю, может, спасти Джона Коннора. Что-то такое, потому что, блядь, ну давно уже пора. Мы с, я с Кейт, я так долго не возился, потому что Кейт одобряла бухло, взломы замков, блядь, любые проявления сарказма, уговоры, блядь, прием таблеток. Это все ей дико нравилось. Вот, и потом она дала в итоге личностный квест, его можно было пойти сделать. После этого она резко перестала одобрять бухло, таблетки и... Еще что-то, и поэтому пришлось ее высадить. Блять, мне долго пиздеть, или может эта ебучая игра уже когда-нибудь загрузится? Спасибо. Так, блять, челюсть можно вывихнуть. Так, радио серебряного плаща. Пошел ты в жопу, серебряный плащ. Зачистить склады в добрососедстве, блять. На удачу это рядом. Добрососедство. А как зачистить склады в добрососедстве, если... Это я что-то не припоминаю, там никаких складов, если честно. Ну и ладно. А это что такое? Боксерский зал, тут мы были. Тут я... А что тут делать? А что-то делал, хуй его поймешь. Слава богу, я уж чуть не обосрался. Думал, опять мне прицел ночной приделали. Так, ну вот, вход в добрососедство, а склады это на территории прямо или они где-то рядом с ней? Не, вообще 95 метров написано. Тут какой-то, не знаю, вечный пожар, судя по всему. От которого FPS просто припухло. О, там рейдеры. Нужен ли нам этот crazy робот? Да нахер он нам не нужен. Еще, блядь, ради него взламывать. Бам! Чердак. И приветушки. Чё тут? Наркоман. Записка наркомана. Я не знаю, записка наркомана, блять, это интересно. Предмет. Разная. АБВГДЗ. Записка наркомана. Дилер говорит, станция Бетфорд, огромный тайник с химикатами. Добудем их, и можно несколько месяцев не париться. А может, продадим их и купим себе что-нибудь посильнее. Отлично. Отличный план. Тот, у кого есть хороший жизненный план. О, визитка Пикмана, блять, узнаю его работу. Че, он и тут прошелся, что ли? Ну, судя по тому, что вот у этого отсутствуют ноги. А че ж последнего он в живых оставил? Пикман не опускается до мародерства и оставил весь лут мне на поживу. Как знал, что я сюда приду.
И в итоге это что? Это склад добрососедства или нет? Хоть раз бы из лифта кто-то напал. Ну пойдем посмотрим, что это за херня такая. Ник, сука, Валентайн, блядь. Не гневайся, боярин. Не удержи. О, это что такое? А, это был лифт наверх. Я как-то ожидал спуска вниз, но тут без силовой брони. Пинцет, как опасно ходить, наверное. Что думаешь, Ник? Блять, я сейчас пристроюсь куда-нибудь. Как-нибудь я тут нахуй. А, я тут был. Ой, блядь. Я понял, что это за место. Говнище полное. Я вот там ходил по этой дороге и в прошлый раз тут лазил. Где склады добрососедства? Мне нахрен тут ничего не надо. 61 метр. Я почему-то стал дальше на 10 метров. Высота этого здания 10 метров. О, довоенные деньги. О. Горбатый гуль-бродяга, сука. Я бы на том месте заряжал быстрее. Это дерьмо, чувак. Ах ты, пидор. Ой, так, хорошо, крышка, кисть, понятно, телефон, вся, блядь, 25 FPS, конечно, тут нихуя такие спецэффекты, блядь. Old corner? Старый угол, что ли? Ах ты, ебись ты конём, легендарный, легендарный, о, блядь, Ник, Ник, братан, прости меня. Ну и пошел ты нахуй, Ник, это что за искусство? Какое-то нахуй искусство. Человек какой-то. Оу. Ушаталити. А тот-то чё сдох? За компанию. Ух ты, блядь. Ты-то кто такой, нахер еще? А искусство-то куда делся? Он там шел-шел. Блядь, Ник Валентайн, ты просто кидала мерзко. У него была осколочная граната, но он почему-то бил меня ножкой от стула. Блять, у них тут, сука, тусняк. Ой, блять. Хорошо. Ваша взяла, ублюдки. Рейдер выживший. И что там у него над головой пишут? Понятно, у них тоже... Они тоже неплохо вооружились. Что-то, блядь... Как будто голова травмирована у главного героя. Она иногда что-то... Происходит у него какое-то помутнение. Рассудка. О, ночью как хорошо видно. Ночной прицел просто охереть. Ну что ты? Типа я не попадаю, что ли? А, это легендарный. Сука, это, твою мать, многое объясняет. Хорошо, хоть можно дыхание на час задержать. Так, понятно, тут надо что-то... Опа, блядь! Сука. О, это, наверное, легендарный каюкнулся. Опыта много дали. Эх, жаль, Ник Валентайн не видит бесполезный хуесос. О, блядь. Ты смотри, отбиваются. До последнего решили сражаться, мерзкие твари. Ну. Как здоровье? Походу, не очень. Ай, все еще, ай, хорошо. Ай, нравится. Рейдер-выживальщик, блядь, какой-то. Кого-то он оттуда выжил, видимо. Ой, за последнего рейдера дали вообще хорошо. Ну что, еще кто-нибудь хочет, блядь, комиссарского тела? Так, где-то тут ошметки легендарного, а вот ты. Так, что ты у нас тут имеешь при себе? Патроны, патроны, да-да-да. Укрепляющая кожаная броня для правой ноги. Ёб твою мать, меня на правую ногу одета.
Да. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Один к ловкости и восприятию, походу. Ай, в жопу, понятно, говно какое-то. Я уверен, что в ближайшее время найду что-то получше. И чё это, блядь, такое-то здесь? А, вот с чего они мне херачили. У них прям в коробках патроны, ты посмотри. Все, теперь никто не против, если я пойду, зайду в библиотеку. Чертовы оккупанты. 25 FPS, ну конечно, тут ночью-то красота вообще такая, бля. Посмотрите, сколько огней прям вообще. Бутылка с коктейлем Молотова. Заебал мне этот коктейль Молотова, если честно. Ладно. Old Corner, давай. Жду кучу журналов. Нечитанных. И книжек нетрепанных. Игра аж чуть не зависла от такой охуительной локации. Кого я вижу, блядь? Ник Валентайн, ты вернулся. О, в телефоне есть медь. Черт, я забыл выложить лишнее говнище. И к нам вернулся, сука, всеми любимый перевес. Праздник нам приходит, Кока-Кола, сука. Праздник нам приходит, Бурбон. Где он тут? А, у меня ром, по-моему, был. Дайте людям рому. Что ж такое? Тут ничего нету. Ник Валентайн даже на жопу присел. Неужто... Неужто он даже... О, папка. Не папка, бля, мудак, а папка для бумаг. Что у нас тут? Вентилятор, еще какое-то говно. Флаг американский. В жопу мне есть чем вытирать. Сракотан. Это что такое? А, любитель почитать, походу. Стимулятор. Я что-то не врубаюсь. Ну и, собственно, чего тут? Это же должно что-то интересное это быть. Коробка сигар. Всякое говно. Обгорелая книга, отвертка. Квантовая ядер-кола, что ли, здесь главный лут? В принципе, в локации, где нет ни одного врага. Что еще тут могло быть? Только классное, большое, ничего. Великое ничто. Даже макулатура здесь, блядь, обгоревшая. Такую не примут. Шли отсюда. Надо, блядь, идти в Sanctuary. Шматьёв в ящик выкладывать. Так, скинул барахло, вернулся в добрососедство. Склады все-таки, видимо, здесь. Ага, вот теперь сюда можно склад... Очистить склады? Я не понял, это задание что, бля, про воровство? Зачистить? Да нет, вроде лайкают. Лишь бы Ник Валентайн, блядь, это одобрил, потому что... Я не помню, кто мне дал этот... Вас поймали на взломе и будут пиздить до смерти, что ли? Что? Чё за ебанутый квест, блядь, мне дали? Если чё, скажешь, ключи куда-то дел, да не к теме. Кто тут гангста гули, ёпта? Поэтому, в принципе, зачищать эту локацию от них это благое дело, вроде как, нет? Хуй его знает сейчас, как оно все сложится. Тихо, тихо. А, черт. Да, там точно кто-то есть, так иди танкуй, ты же робот. Ой, я там немножко ваншотнул, походу.
Что-то у бандитов красть-то чё? Грабь награбленная. Валентайну не понравилось, вот пидорас. Валентайн за честность, да, что? Да, красть нельзя даже у них. Хорошо. Я тебя понял. Интересно, а тот, кто мне дал этот квест, он не мог дать мне ключ от этих складов? Чё, где? А, еще выше. Все выше и выше. Так, надо сменить эту пукалку, она мне что-то приелась. То ли дело пистолет, который нихуя не дамажит, вот это развлечение. Оружие настоящих пацанов, бля. Огненная дрочка, я бы назвал его. Ой! Замочили на взлете. Интересно, почему от стимуляторов тут не бывает зависимости? О, собачья будка даже тут была. Добро пожаловать в твой новый дом, сынок. Так, я понял, ничего нельзя брать. Ничего... А где еще гангстеры-то? Они же где-то орут тут. Нихуя себе, сказал я себе, это что было-то? Меня что, только что ваншотнули? Не понял. Это что, блядь, сейчас было такое? Это что сейчас, сука, твою мать, было? Пиздец, вы меня выбесили. Он слышит выстрелы, но даже не думает подняться. Гангстер с палочкой, о боже. На нас он хотел напасть. На нас со своей палочкой. За кого ты нас держишь, блядь? За клоунов? Так, где-то тут какой-то охуевший человек был. Он, наверное, лидер этой гангста-банды. Наверное, Тимати. А, он выше этажом был. Не, ну надо сказать, что дамаг по мне проходит просто как, блин, я не знаю. Очень замечательно. Несмотря на то, что я прокачал свою броню. Ну, тут понятно. Тут или силовая броня, или никакая. Или это не броня у вас. Манекен. Ах, вот ты где. Ой, а теперь я тебя ваншотнул. Ты прикинь, как оно бывает. И ничего не спиздорезнуть здесь. Вот облом. Еще? Выше-то некуда, что мы где-то пропустили? Валёк просто завафлил квест, блядь. Нихуя. Не отдупляет, что надо. Смотреть по сторонам, я нихуя не понимаю, где еще один. Это он отсюда, что ли, мне кричал, что-то пугал меня, блядь. Найду, выебу. И чё? Даже член достать свой не успел. Свой маленький членчик. Ну что, этот склад готов? К сдаче, блядь. Склад. А, готов. Я так понимаю, что это вообще единственный склад, который надо было зачистить. Квест гласит склады, но на самом деле склад. Надеюсь, Ник Валентайн сейчас это люто одобрит, потому что главная цель этого квеста — это не получить крышек и опыта, а выжить из этого урода его сраный квест. Потому что обычно в таких играх квесты спутников — одна из самых интересных вещей. Но мне так запомнилось, по крайней мере, что у них там у всех своя история какая-то. По сравнению с побочными квестами, это все равно великое благо. Ну что, меня пиздить-то никто не будет хоть?
Да, Рекса Гудмана мне удалось, я его. Найти наркотики в станции Брэдфорд. Это тоже квест? Ну, зачистить склады, блять, какого хуя, они пропали-то. А вот они появились. Хо-хо. Еще квест. О, еще склады. Господи, как это интересно. Так, что, из чего бы их на этот раз зачистить? Из дробаша? Нет. Ой, а где мой, блин, автомат бесконечный? Практически бесконечный. Кто-то сказал, что я читы ввел, но нет. Это просто у меня 2000 патронов с лишним, и они не отображаются, потому что трехзначное число только влезает. Nice. На экран. Может, Ник Валентайн одобряет, когда я компы хакаю? Он же тоже хакер. Кейт была взломщицей, ей нравилось, как я взламываю. О, тут даже цель пометили за стенкой. Вот тут, вот удобства-то какие. Я ж с глушителем, как они? О, какой жирный гуль. Может, ты не гуль? А, ты не гуль был? О, какой жирный человек. Что он делал среди гулей? Борис, хуй попадешь среди гангстеров, лишь собственной персоны. Гангстеров, слышите, блядь? У Аль Капоне во времена, сука, сухого закона столько гангстеров в Америке не было, сколько их здесь. Медекс, Радекс, ничего нельзя брать. Ник Валентос это не одобряет. Лови, ёб твою мать. Да, как стимулятор здесь не спешит лечить, конечно. Конечно. Так, надо что-нибудь... Еще чем-нибудь хиляться, наверное, попутно. Кроволист какой-то, блядь. Мясо жилокрыло, не жареное. Вот что нам поможет. Видите, получается, нужно не одну аптечку таскать, а несколько аптечек. Только тогда. Тостер, блядь, патрон. А вы уверены, что это не имущество гангстеров? Вот эта сумка с оружием, блядь. Она на складе так и должна лежать? 14 крышек. Это не то, из-за чего можно ссориться. Блядь, даже стакан. Даже упаковку изоленты, блядь. Ник, можно я хоть обои старые от стены оторву на память? Ёб твою мать. Вот марамой. Я пока не истру. Да, Ник Валентайн, сомнительный спутник, конечно. Я не знаю, кто с ним будет проходить всю игру. Наверное, тот, кому очень лень скачивать мод на взломы. Или же взламывать компы самому, потому что единственный плюс Валентайна это взломы компов. Где последний склад? Еще я знаю, надо, наверное, от награды отказаться попытаться. Тогда Нику очень понравится, наверное. Он скажет вообще по красоте. Еще я думаю, ему бы миссия серебряного плаща понравилась. Там же серебряный плащ, он типа детектив же тоже, да? Надо было Глеб Жеглов назвать, блядь. И говорит не Сильвер Шраунд, а... Горбатый, я сказал, горбатый. Арбуз. Интересно, где он хранит арбуз? Иди нахер со своей блягейской палочкой, сучий потрох. Да, стелсуй, не стелсуй, все равно получишь. Пулю, блядь. Ник, давай. Ник, видимо, эти спутники, они вынуждают пользоваться как-то тактическим элементом игры, то есть командовать ему иди вперед, там, когда опасно или сыкотно. Сам спутник никогда до подобных вещей не догадается здесь. Блять.
Это откуда так очередью прошлись? Сука, опыта за них дают мало. Даже банку алюминиевую пустую нельзя закрыть. Охуеть. Опыта за них дают, конечно, мало, но... Дамаг-то они нормально вкатывают. Вообще по-взрослому. Ну, Ник, ты одобряешь? Whitechapel Charlie. Кто такой Whitechapel Charlie? Тут где есть обоссанный матрас, чтобы я на нем часик выспался. Нет, вот на, именно на этом складе ничего похожего нет. Охереть. Да. И, кстати, патроны стали кончаться. Я уже на этом автомате, получается, 1000 патронов потратил. Ну, естественно, тут надо полобоймы выстрелить в голову человека, чтобы он помер. Так себе автомат, конечно. А, нет, еще не начали, мне показалось. Я так понимаю, что этот квест мне дал бармен, да? Это он? Whitechapel Charlie. Или не он? Интересно, а певичка? Певица в мой кожаный микрофон еще здесь? А, я понял, почему по мне дамаг заходит. Я же, блядь, не одел свою броню. Воюю как лох в своем харизматичном костюме. Вот лох. Чарли. А ты ее еще кому-то поручал, что ли? Just doing my job. Always appreciate doing business with a professional. Need a place to stay? Ну, Валентин, как дела? See what I can do. Nick. Anything I can help with? How are we doing, Nick? Well, I like how you've been handling things lately. That's what you mean. Вот ублюдок. Nothing else for now. Got it. And nothing else matter. Сучка ты такая. Ну. Эй. А левая нога чё у меня? Левая нога у меня ходила голой, что ли? Или я куда-то просрал то, что на нее одевалось? А, вон. Тут просто очень удобно появляется ебучая надпись. И нихера не видно. Чё там за ней? Так, ладно. Чё там, блядь, ещё можно выполнить такого охеренно интересного? Сука, падла. Штаб-квартира. Ознакомиться с делами. Это чё за дела-то? О! Конечно, Diamond City. Вот это точно, блядь, Ник Валентайн одобрит. Это ж квест-то типа его. Он же говорил, типа, заходи ко мне, там у меня есть дела. Точно, точно, ёпта, а чё же я сразу-то не вспомнил? Так, ну где тут твоя ебучая макулатура? О, давай музычку. А, вот и дела. Папка с делом Марти Булфинча. Тот еще, наверное, бык. He must have been some kind of desperate to come to us for help after all this time. Marty and I never exactly saw eye to eye. Я что у тебя вижу? У тебя журнал там в свете лежит. Сучка, блядь. Включает все голозаписи с игрой Z-захватчики. Блядь, выкинуть? Выкинуть нахуй. О, папка с делом Эрла Стерлинга. Привлекли... службу безопасности, разумеется, расследования не было. В городе ходят слухи, его забрал институт, как всегда. Вадим зашел. Вадим? Нихуя себе. Вадим зашел ко мне с балалайкой и бутылкой водки. Под мухой. И начал со слезами рассказывать, какие они с Эрлом давние друзья. Эрл не позволил бы каким-то призракам себя похитить.
Интуиция подсказывает, что он прав. У Эрла не было врагов, по крайней мере таких, кто мог бы пойти на убийство. Он живет один, так что надо узнать, нет ли у Вадима или у кого-то в скамье запасных ключей от его дома. Если меня вдруг застукают, не хочется объяснять службе безопасности, почему я вскрываю замок на двери Эрла. Еще что-нибудь стрелять мне в череп. На этом все, походу. Оу. Картридж какой-то. Опа. Плитка, там есть медь. Берем. Сигареты. Синты курят. Новости. Ой, стимулятор. Тыква, ёпт. О, тыква. Хуяся. Скоро Хэллоуин. Наверное. Когда-нибудь-то будет. Так. Да-да, таких вентиляторов никто не делает. Так, в чем квест-то? Инфа. О, фокус с исчезновением. Прослушать голографическую запись Марти. Макфлая, блядь. Где? Чё за голографическая запись? А, голографическая запись Марти Булфича. Послушаем группу Нана. Ведро ржавое. Там про тебя что? Шема Дауна, блядь. Подобный херней. По голосу это гуль. Позолоченный кузнечик. Найти позолоченного кузнечика. Позолоченного, блять. Клад, ебать. Позолота, охуеть. Давай лучше найдем старую церковь и купола у нее обшкаблим. Там тоже позолотой жопой жуй. Так, хорошо, это нахрен целых два квеста. Интересно, позолоченный кузнечик. Давайте начнем с позолоченного кузнечика. Где это дерьмо? Не понял. Че ты? Че за нахуй? А, вон. Блять, я там был столько раз, что просто охуеть. А, я еще там не был. Ни разу. Тем более охуеть. Я там, блядь, шастал просто вдоль поперек, а на это говно не наткнулся. Ну, мы видим здесь этот, блядь, это плазмоган, да, или чем это говно стреляет. Сделано из маминого фена, блядь, для волос. С насадкой для объемности. И какой-то миски алюминиевой. Офигеть, как это говно стреляет, если там внутри вообще ничего нету. А, ну, понятно, проводочки. Тут генерируется луч энергии. А, ручка в изоленте, что как бы типа заземляет, что на самом деле может типа и током шарахануть. Ничем корпус не прикрыт, все конденсаторы, блядь, торчат со всех щелей. В какое охренительно живописное место мы телепортировались. Блядь, у меня игра иногда, сука, продолжает сворачиваться, как падла последняя. Я забываю вырезать те ебучие моменты, но... Так, предупреждая на всякий случай, потому что этот момент я тоже, скорее всего, забуду нахуй вырезать. Это что за херня еще? Ух ты, блядь! Вот, сука, шлюхин сын, блядь. Унаследовавший трипер, блядь, от папки. Говно вонючее, нихера за него опыта дали. Как за мини-босса. О, дождь, я, по-моему, впервые вижу здесь дождь, и он всего-то просадил FPS, блядь, в два раза, и это охуительно. Значит, что это отличный дождь. Что уж там в Бэтмене-то? В Бэтмене просто капли с конца по сравнению с этим. Даже, о, нихуя ник. Выдал подсрачник. А, так, блядь, я ж тут был. Я вот-вот-вот вообще вот-вот был вот в этой серии здесь прям. Кто бы мог подумать. Что мне придется здесь еще бегать. Рейдер-убийца. Гуль-обсосок, да-да. А мне вот туда прямо, что ли? А, вот он, вечный пожар. Хули ты тут делаешь, супермутантское отродье?
Блять, дворняга ебучая. Как ее отхуй вертел, а? Ну, Валентайн, ты не хочешь зайти с фланга, ёб твою мать? А, сука, отведай. Ай, заебись, а это что было хоть? Я твою мамку делал, блядь, ты в курсе? Ей понравилось, я завтра еще приду. Это что за говнище-то было-то, ёб твою мать, кто это стрелял? Так, зайду-ка я с другого фланга, ну его нахуй, с этой они что-то... Ни хрена не доброжелюбный, да похеру. Блять, причем какая-то мразь там, сука, с ракетницей сидит, что вообще, бля, не может не радовать. Видишь, что с говно. Ликюроводочный. О, тут наверх можно подняться. Радость-то какая. Хрен или собачьего я там забыл, мне не сюда надо. Это что еще за говна кусок там ходит? Рейдер тварь, блять. Он-то что тут делает? Ох, какая. Куда собрался, шлюха? А? Попробуйте взять, блядь, снайперов ближнего боя. Ну, кто из вас, суки, с ракетницей был, а? Очень-очень умело она тактически вела бой, даже высунулась. Глушителем. О! Ну хотя бы мы знаем его позицию. Валентайн сейчас его обезвредит, я уверен. Да ну нахуй. Я слышу... Да взрывайся ты там, ёб твою мать, нахуй ты сюда-то бежишь? Вон Валёк же к твоим услугам, что ты, блядь, не надо. Давай, петух. О! Походу, Валька больше с нами нет. Чистой водой? Да пошли они нахуй со своей чистой водой, у них воды там хоть обоссысь. От Валька даже, походу, блядь, пыли не осталось. Хоть туда вернулся. Блять, походу нет. Пошел нахуй, блять, отличный выстрел. Как я вообще сюда попал? О-о-о. Сука, на тебе тем же по тому же месту. Где дамаг-то, ебать, копать? Что, я промахнулся, что ли? По супермутанту не попасть уже? Докатились, а, блядь. Криту его нахер, пидораса. Это что было, крит, блядь? Это вот это крит, что ли? Да там-то еще кто, блядь? Чё за обмудок там? Попёрдывает, блядь, в мою сторону. Бать, сука. А наш-то кореш вон стоял живой. Ядерная батарея. С чего ты стрелял? Заряжающийся лазерный снайперский карабин. Охереть. Хоботок гнуса. Лут в куче высранного говна, по-моему. Так получается, короче, тут супермутанты сожрали этого пацана. Дело раскрыто. Пошли домой. А вот и пусковая установка. Контрацептив, ты конченый. Так, ну вроде кое-как... Кое-как прорвались, блядь. Пойдем вовнутрь, отхватим. Может, с этой снайперки тоже снять снайперский прицел и биться в ближнем бою как-то? Не знаю. Дамаг у нее отличный, но с расстояния-то с дальнего тут не каждый раз. Чаще все-таки дистанция не позволяет юзать.
Ку-ку, ебаный рот. Говнюк. Валентина пошли пиздить, походу. Сука, ноги как у Шрека. Метка, сучка. Руку мне повредил. Говноед. Ебаный. Деда военные деньги за счет непорядок какой-то. Нам вниз, наверху. О, что это такое? Короткий штурмовой карабин. И какой-то кокетливый скелет, прикусивший палец, смотрите. Гламурный скелетик помер. Так. Мешок. О, ядерный блок. Обоссался. Ах ты, ёбаный в рот. Не батарея, а ядерный блок здесь лежал. Обоссаться. Вообще охереть. Просто в ящике в каком-то сраном. Ну что, на лифте или по лесенке? А это что такое? Колеса от тележек, что ли? Ключ кассира Фаренхола. Обеденная вилка из доширака. Че, может, турели? Можно включить. Отчеты, протоколы, план экскурсии, управление протектороном. О! Давай, говно. Охрана порядка, срочно. Активировать единицу, единицы. Вот чтобы их там 10 было. Задаем. Лучше бы они так алюминиевые банки развешивали. Блять, нет, это выход, сука! О, блять, это на балкон, что ли, дверь ведет? Я ее рот топтал в дверные ручки, блять. Я ее петли, сука, смазывал. Тут протекторон, наверное, всех уже убил. Хотя кто в эту хуйню верит, да? Живучая мразь. Дрын. Боевой дроба... Охереть вообще. Ох ты, нихуя. Клинок революционера. Фуражка капитана корабля. Чё за клинок революционера-то? 27 дамага, блядь. Могли бы хоть какие-нибудь бонусы к нему прикрутить. Это первое оружие такое, я вижу. Ну нет, зачем, конечно. Можно сделать его просто обычным куском дерьма, который сразу выкинут, блядь, пикин, сука! Чего? Ебать. Чё происходит вообще? А, протекторон только сейчас созрел вылезти. Охеренный чувак. Как наверх-то попасть? Впрочем, я знаю, на лифте. Зачем мне наверх? Вот же комната. Которую, скорее всего, надо пройти. Отлично. Давай, протектор.
Не подводи меня, ёпта. Сейчас, если дырочку проковыряю, помогу тебе огнем. Давай ты, блядь, критуйся. А где мой протекторон? Протекторон Валентин, блядь. Вон он на перилах что-то повис, прихватило, наверное. Да, сука. Потому я что-то не попадаю нихера. Нахуй, сейбл. Суки твари. Мясо, рот оленя Бэмби. Ой. А, легендарный. Базара нет. Стоим, лечимся. На свой страх и риск херакнули по нему из ракетницы. Он тоже какой-то косой. Тоже в смысле как Валентин. Не как я же. Да, блядь, давай ты. По дровам, давай, давай, вперед, рывок, рывок. Спецназ, сука. В спину, блядь, самое то, мимо, нахер, отлично. То, что я хотел, то, что и задумывал. Сука, нехеровые супермутанты мутировали. Им попадания, блядь, с противотанковой ракетницы выдерживают. Танк не выдерживает, супермутант выдерживает. Тут вообще море урона при попадании по нему из, блядь, из обоссанного пистолета. Охуенные выстрелы, блядь, мастера стрельбы. А вот теперь он мутировал и наступает полный пиздец. Не, ну снайперка дамажит, снайперка вообще отлично. Кстати, а чё, у Валентина миниган кончился, что ли? Валентин! Эй. Да нахуй, что он рядом, дайте патронов хоть дам, ёб твою мать. Ты со своей этой, блядь, пукалкой, блядь, его только смешишь, мне кажется. Ох, нихуя он мне отвесил. Я думал, что клинок Пикмана... дамажит. Говном он мажет, сука, не дамажит. Давай. А, блять, это была неравная битва, но мы сделали это. Мутанта, истребительная металлическая броня. Уменьшение урона от супермутантов аж на 15%. Ах, как отлично. Можешь себе оставить. Мутанта, истребитель херов. О-оу. Дверь, 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 дверь! Ой, блядь, здрасте. Простите, ошибочка вышла, ошибочка вышла. Закрываю, закрываю. Ты-то, блядь, откуда взялся? Ох ты, ёбаная высота. А, блядь, Валентин! А, он рукопашный. Ну-ка, иди сюда, ублюдок. Иди сюда, ублюдок, мать твою, ты чё? Ты себя, блядь, кем считаешь? Так, где тут лестница наверх опять? Чё-то я опять заблудился. Как-то тут все просто и непросто. О, может, часик поспать? Да я боюсь, что они тоже отспаунятся. Там я видел легендарная собака и ещё какое-то говно с ней рядом стояло. Может, два легендарных моба. Ой, блядь, что это? Хули ты тут делаешь, господи, опять тебя спрашиваю. О. Оу. Мне кажется, он этого не одобрил.
Да ну нахуй, блядь, сучий ты мудак. А, бля, коктейли Молотова вообще ни о чем. На тебе, ублюдок. Мутировал? На еще, блядь, мутируй. Дважды мутировавший будешь сейчас. Забрасываю гранаты как гранатами, как хатаба, блядь, ликвидирую. А, где мы? Что, перезаряжали те? Бывает. По звуку можно понять, когда его можно заштурмовывать. Все, ублюдок, спать, сучка. Плазменная граната, вау. Коробка сигар, конечно, ключ, это что за говно? Хитроумная боевая броня для правой ноги. Хитровыебанная бы еще назвали, ну что это такое? Ну, хитрость, ловкость, блядь, говно какое-то. Ладно, потом разберемся. Ну, аж боевая броня, а не хер собачий. Это что такое еще? Что такое? Я правильно понял, что он вниз ёбнулся? Чё за протекторон наблюдатель? Где он там, за стенкой что ли стоит? Нихуя не вижу, ты пылище, говнище. Я жрать твои останки, человек. Да ну нахуй, не полезу я. Светящийся гончая супермутант. Ебануться. Сейчас я обману это тупое животное. Заманю его на кучу мин. Пусть оно сдохнет. Давай все нахер, пиздуй. Светящая все равно, что легендарная. Ха-ха-ха, сука. Ремонтная металлическая броня, обалдеть. Ради этого стоило потратить все мины. О, Валентин уже и роботов захуячил. Вот молодец. Красавчик, блядь. Правильно, нахер они нам нужны, ебаших валёк. Опа. Жить и любить Иисуса. Заповедь здоровья... О, запас здоровья спутников выше на 10 единиц. Безумно. Валентин, наверное, счастлив. 10 единиц хелсов. Провести зачистку Фаренхолл. Доложиться рыцарю Ризу. А нахуй мне этот... О, ядерный блок. А нахуй мне этот рыцарь Риз? Я ж сюда не за этим пришел. А, это удачное совпадение квестов. Ах, как хорошо. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знаешь, что ты охуенен, знаешь, что ты идеал. О, свинцовая боевая броня для туловища 25-25. Вау, какая крутость. Крыша Фаренхолла, нам на крышу. Посмотрим, кто его крышу. Вот тут что-то экзоскелет показывает, какой-то разобранный. Расчлененный бамблби, блядь. Ну давай ты быстрее, там лестница-то 10 ступенек, ёпта, 10 шагов сделать. Почему я жду, когда он полчаса, пока она загрузит, твою мать? Да, грузилась, как будто я не знаю, как будто я игру, блядь, перезапускал. А вот он и Марти, Булфич, с вискарием померший. Ну что, дело раскрыто? Боевой карабин в такой ящичек, как бы он туда влез, интересно, блядь. Золото, стекло, медь. И все? Это ради этого этот Марти сюда приперся? А где записка? А, внутри записка.
Так, ОПРСТ. Пища для кузнечика. Создатель Шимдраун 25 МС 742 года. Стрелять, колотить. Моим собратьям-кузнечикам. Упал 13 ноября 53-го. Сколько 55-го года рано утром по причине сильнейшего землетрясения, вызванного создателем свыше. И вновь превратился в груду металла, покинув свой пост. Сломанные кости и множество ушибов. Был излечен и исправлен. Сын создателя Томас Драун 28-68 года торжественно обещая более не покидать свой пост и всегда следовать ветру. На берегах Чарльз Ривер, где покоится создатель Шем, каждый способен обрести смысл жизни. Вау, охуенно. Вот это квест. Найти могилу Шема Дауна. Да, блядь, и где его прикопали? А, да рядом здесь. С галереей Пикмана. Отправляемся однозначно. Осквернители могил, надо бы тогда этот квест назвать. Шема Драуна. А, черт, заказ забыл забрать. Блядь. Своевременно обнаружил эту смс-ку. Ну а что еще на загрузках на этих делать? Меня уже заебало вырезать их. Их потом рендер, блин, долго делается. Вегас. Иногда черные экраны, блядь, остаются из-за них. Чем больше кусков, тем меньше шанс, что рендер будет сделан корректно. Так. А, вон корабль, кстати. Офигенно. Офигенный вид ночного прицела. Надо два комплекта прицелов с собой таскать и менять их по ситуации, блядь, не сюда. На берегу его похоронили. Но я так понимаю, что надо идти вдоль берега. О, мне кажется, радар указывает на мусорные баки. Шем, ты здесь? Драун. Лунная мартышка Дженкс? Дженглс? Может, это и был Шем Драун? Да ёб твою мать, вы что, опять встали, что ли? Сука, вас кто-нибудь может убить окончательно? Кроме Эша, блядь, борца с ходящими мертвецами, зловещими. О, Валёк прикрыл, ебать, в коем веке. Интересно, дождь скоро этот ебучий кончится? Заебали, 25 кадров, 22, 23. Чудовищно. О, позолоченная зажигалка-то, между прочим, денег, наверное, стоит. Мы качались на погосте, пора извинил. Да, без всякой лопаты. Херак, херак. Валентин, наверное, роет. Своими железными ногтями. Эта загрузка указывает на то, что в могиле Шема Драуна целый склеп, целая локация. Или чё? Или какие-то, блядь, охуенные изменения ландшафта произошли, которые надо прогружать вот так вот 2 минуты. Ебать, копать. Изменения ландшафта. Ой, золотой слиток. Он похоронил себя с золотом. Достойный. Меч Шема Дауна. 9 единиц радиации наносит. Цели получают урон от радиации. 27 плюс 9. Арррр, 1000 чертей. Свистать всех наверх. А мой клинок Пикмана. 25 плюс 25. Это полтос. Меч Драуна, это, блядь, это вообще говно. Почему-то клинок Пикмана дешевле, что-то нихуя не понимаю, как это работает. Не бойся, не бойся, пусть из дьявольского металла сработан клинок. Истинно опасным он становится лишь в руках человека. Драун. Ну, Валентин, ты доволен? Эй, do something for you? Ну, попиздеть как бы. Эй, Валентин, anything I can help with? И чё? Нихуя. Значит, придется выполнить еще один квест, блять, из бюро Валентайна, но будет это уже в следующей серии. А пока что... Чё, его нельзя тут чем-нибудь прикрыть? А какое кому дело? Подумаешь, осквернили гробницу давно мертвого лоха. Кого он вообще волнует? И меч его говно, и сам он мрамой, блять, закопался с золотом. Чё, на том свете себе билет, наверное, в рай купил? А, тут... А, это дорога. Все, короче, продолжение следует... Пишите, жмите.